Итак, друзья, всем привет. Мы приехали на озеро Свитязь на Новогрудском районе. Тут мы разместились на кемпинге, поставили две палатки. И сейчас решили пойти посмотреть, как далеко находится пляж, посмотреть, как вообще он выглядит. Вот, и обязательно поплаваем, друзья. Вот, как-то так. Дальше буду вам снимать. Увидимся. Итак, друзья, мы отдыхаем дальше в своем походе. Ребята там еще плавают, а мы тут пришли назад в наш лагерь. Отдыхаем тут. Вот. Что я вам расскажу. Озеро Свитязь довольно-таки интересное. Оно очень чистое, прозрачная вода. Ну, там чуть ли не заходишь по шею, и видны ноги. Вот, история появления писал знаменитый белорусско-польский писатель, поэт Адам Мицкевич. Он написал балладу «Свитязь», и о чем он там рассказывал. В общем, на месте данного озера раньше был город, в котором был свой губернатор, его князь, его звали Туран. Вот. И в те времена, когда он был, начало было в Великого княжества Литовского. Вот, в то время княжество в Великом княжестве Литовском первый князь — это Миндов. Он призвал Турана на защиту города Новогрудка. Новогрудок был столицей тогдашнего Великого княжества Литовского. Вот, и, соответственно, на них нападали враги. Вот, он призвал данного Турана на защиту своей столицы. Соответственно, Туран оставил город на детей, на стариков, на женщин и так далее, и ушел с армией защищать город. Однако враг проходил рядом с городом, где находится сейчас Свитязь, и напали на этот город. Соответственно, дети, женщины и старики сражались достойно. Они защищали свой город до последнего, и когда поняли, что защищать становится невозможно, начали поджигать
свои дома, свои здания, для того, чтобы оно не досталось врагу. В этот момент, когда они начали поджигать, уже дома горели, соответственно, весь город провалился под землю, и его затопило водой. И все жители, как по балладе, по легенде говорится, все жители данного города превратились в цветы, которые вот кувшинки растут на озере. Вот, данную балладу, данную легенду относительно подтверждают научные исследования, то есть действительно озеро, грунт провалился и затопило подземными водами. Вот, как-то так, друзья, данную как бы легенду, балладу можно также посмотреть в YouTube, есть мультик, я где-то, может, ссылочку где-то размещу, о чем там рассказывает. Ну, мультик довольно-таки интересный, он, правда, не для детей особо, но взрослым людям тоже будет интересно посмотреть данный мультик. Его там режиссировал, по-моему, польский режиссер или мультипликатор, я, честно, не скажу, как его даже зовут. Вот. Друзья, так что мы дальше будем отдыхать. Как это, что дальше будет, смотрите. Увидимся. Наступает закат, очень красивый, на закат над озером. Сейчас я вам покажу. Вот. Друзья, у нас начался дождь, мы решили залезть в палатки, посмотреть мультики, вот, так что тут пока дождь пройдет, сейчас и мы пойдем дальше отдыхать. Пока в палатке лежим, Полина, Даша смотрит, мультики смотрим какие-то. Итак, друзья, дождик закончился, мы решили сварить тут компотик. Из того, что есть там ягоды, яблоки, водичка, котелок. Вот.
зажгли уже костер. И сейчас будем сварим компотик. Еще дополнительный идет. Так, друзья, доброе утро. Мы переночевали в палатках. Сейчас уже сколько? 7 утра. Вот. 7 утра. Мы проснулись. Спалось довольно-таки хорошо, нормально на самом-то деле. Заснули в часов, наверное, 10-11. Там шумели соседи у нас очень громко. Но мы справились, ничего страшного. Вот. И заснули все. Полина, что-то там насморк начался сейчас. Вот. Соответственно, чуть подболел, наверное. Может, то, что вода была холодная. А так мы, в общем, поспали, выспались еще там. Все спят. А я вот проснулся, решил прогуляться на озеро. Вот смотрите, какая красота. Такое дерево интересное. И вода чистейшая просто. Детки уже тоже проснулись. Вот тут кушают детишки, кушают взрослые. Вот. Дальше не знаю, так сегодня не так жарко, обещают. Просто побудем в лесу, наверное, будем собираться. Как, что из этого получится, увидите дальше. И заканчивается наш поход. Мы были на озере Свитисе, как говорится. Что мы делали? Мы купались в озере, мы поставили две палатки, пожгли костры, приготовили шашлыки, отлично провели ночь. Хотя спалось там как бы плюс-минус нормально, но в принципе сносно. Вот. На следующий день мы прошли вокруг озера, вот, и поехали уже, ну, вернулись сейчас назад и собрали палатки, и сейчас будем выдвигаться уже домой. Очень все понравилось, провели отличное время, тут просто очень самый свежий воздух. Ну, самый такой нормальный свежий воздух.
Правда, был вчера, конечно, какой-то дождь, но я думаю, это не особо повлияло на наш отдых. Поэтому, друзья, буду вам снимать еще видео на разные темы. Увидимся в новых роликах, друзья.